Аймиконская золоторудная компания «Хангалаз» в сентябре этого года жителям села Ючугей подарил спецтехнику-погрузчик. Такую же спонсорскую помощь на этот раз получили жители села Аймикон. На торжественном вручении побывал наш коллега. Такого хорошего подарка, как фронтальный погрузчик, еще никто в истории Аймиконе не делал. Технику привезли от поселка Уснера до Тамтора на тралле, а далее погрузчик добрался своим ходом до места назначения. По традиции аймиконцы провели обряд благословения Алгыс. Жители полюса холода бесконечно благодарны руководству золоторудной компании «Хангалаз». Очень много работ. Будем строить дамбы. Более 20 улиц у нас в нашем муниципальном образовании. Везде вот требуется работа погрузчика. Но мы надеемся очень, что подрядчики и наши сельчане будут относиться бережно. Действительно, это очень ценный подарок. Фронтальный погрузчик Камацу ВА-420 надежный и эффективный в земельных работах. Мощность колесного погрузчика составляет 224 лошадиных сил. Для работы на этом агрегате уже нашли оператора, и в ближайшее время погрузчик выйдет на ремонтные дорожные работы. Но это погрузчик вообще карьерный, его применяют для работ погрузочных, также транспортировки на короткие дистанции. У нас он работает на горных участках. На торжественной части церемонии повелитель холода Чискан вручил сертификаты о посещении полюса холода представителям золоторудной компании «Хангалаз». Артур Старостин, НВК Саха, Аймиконский район.